Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и продолжение Resident Evil не заставило себя долго ждать. Я решил проходить как можно быстрее эту игру и как можно чаще выпускать серии. Не то, что серии выпускать, а чтобы прям вот в одну серию, умещалось как можно больше. Так что вот так вот, давай-ка мы с тобой почитаем записки. Я доделал вещи с того заказа, отнеси его в дом с красной трубой. Иди через пещеры, потом через развалины, а дальше по деревне. Ну, давай, хорошо. Где эта вещь и что нужно отнести? Так. Будем ориентироваться по карте, естественно, потому что по карте ориентироваться самое оно. Синеньким красится, значит, ничего делать там больше не нужно. Через пещеры, через скалы, через горы. Дом с красной трубой. Так, это что такое? Это что у нас такое? А, это отсюда мы пришли. Я понял, это я отсюда пришел. А вон там что? Это что за замок? Угу. То есть это замок, который мы откроем после всего этого дела. Перезаряжаемся, естественно. Так, и чего? Чего? Подожди, а... Не так работает. Чего? Кто там по кустам шарится? Погоди, может по замку надо стрельнуть? Да наверняка. Да, что-то я туплю. Пойдем. Так, что тут? Ничего. Ничего. Так, что у нас? Здесь все изучено, здесь брать нечего. Прыгай давай. Не кряхти, детка. Как дед старый, а? Что такое? Что такое? Рыбка. Рыбку можно поймать? Нельзя, можно ее лишь гонять. Но мы этим делом заниматься не будем, неблагодарное оно. Это бабка. Это звуки бабки. Из пучины темноты, чтобы разрешить наши суда, взойдет в ночи жуткая луна. Все мы просим вас пролить свет. В жизни и в смерти славим мы Матерь Миранду. Эй, помните меня? Я чуть не погиб в том замке. Что здесь происходит? Можете мне объяснить? Ща. Можно ли погибнуть только чуть? Нам ответит лишь мудрец. Это водички просто наливают. Вы же все поняли. Я так и не нашел Розу. Где ее прячет Матерь Миранда? Опоздал. Ну и да я никуда и не спешил. Так что... Дитя станет жертвою. Жизнь за жизнь. Что за средневековая херня? Во-во. Она же младенец. Она никому ничего плохого даже не сделала. Кровей откроют искомый путь. Может, хватит ваших загадок? Я просто хочу найти дочь. Во-во. Но это загадка. Лишь пока нет ответа. Давай решать загадку. Четыре крови какие-то, четыре рода будут открывать нам путь в башню, я так понимаю. Я же это видел. Эй, стойте! Она сейчас мне еще и запрет, небось, с той стороны, и все, и скажет. Да, смотри, заперла нас. Конь, русалка, какая-то херня и этот, солнышко. Что в этой шкатулке лежит? Ключ, крылатый ключ. Хорошо. Здесь у нас ничего полезного тоже нет. Ладненько. Ну, естественно, крылатый ключ именно от этой двери. Наверняка пригодится еще куда-то. Пара-па-пара-пара-па. Так, погоди, там все изучено? Да, наверное, все изучено. Пойдем. Пусти меня, я хочу на улицу. Давай. Что случилось-то? Четыре короля сидят, да, наверняка? Ой, да, четыре короля сидят, смотрят вот сюда. Сюда нужно что-то притащить. Это Амбрелла. Значок Амбреллы. Как бы нет. Как бы с чего все начиналось, нет? Это же в обители зла Амбрелла-то, да? Они там все заразились тем вирусом смертельным. Я просто смотрел ее последний раз, когда маленький был. Ну, как маленький, да? Лет
15 назад было дело все. Поэтому даже не знаю, даже не помню, о чем там речь. Помню, что они в какой-то яме сидели. Вот это я помню. Больше ничего не помню. Так, что у нас там по снайперской винтовке? Теперь зарядиться нужно. А то уж, оп, какая-нибудь ситуация возникнет, и мы ничего сделать не сможем. Тихо, тихо. Кто? Где кто кряхтит-то? Скажите мне его. Вон он. Так, ладно. Ой, снова ты. Иди отсюда. Кстати, этот более экономный получился какой-то. Да, смотри. Всего-то 11 пулек, с учетом того, что одну, по-моему, я просрал. Убило двоих. Где он? Вот тут вот где-то стоит. Ну, выходи. В итоге вышел я. Не, где он? Эй! Я здесь. Готово дело. 7 пулек. 7 на этого. Ну, 6, наверное. 6. Он упал все-таки, и я потом еще один раз зачем-то стрельнул. В смысле? Сюда рычаг какой-то, наверное, нужно будет присандалить. Ну, давай найдем рычаг. Когда мне достижения дадут за этого козла? Я не пойму. Да что тебя развернуло-то так? Пойдем туда, на ту сторону. Или нет? На ту сторону как раз я не могу попасть, потому что здесь рычаг нужен. А где его найти должен? А хрен его знает. Сейчас найдем. С ножом ходить не круто. Сейчас я наушник поправлю, а то и голову почешу. И вообще. Ну-ка, мужчина, у вас что-нибудь есть полезного? Женщина, у вас тоже? У вас тоже нет ничего. Все с вами ясненько. Темно, ни черта не видно. Радует, что здесь есть хоть какие-то ржавые железяки, которые можно использовать потом с какой-то хоть выгодой. Ой. Ты давай не это. Так близко ко мне не подходи. 3, по-моему, пульки получилось. Может, поближе в них стрелять? Как-то, походу, экономнее получается. Что-то патронов у меня как-то крайне мало осталось, нет? Тебе так не кажется? Мне кажется, мне так кажется. Вот здесь еще один должен быть. Не подходит к замку. Да в смысле не подходит-то? А чем я должен его еще-то открывать? Тоже не подходит. Какой у меня еще-то ключи есть? У меня 3 ключа... и ни один не подошел. Интересно, интересно. Так, ну ладно, пойдем туда. Кто там? Здесь тоже что-то есть посередине, и наверняка сюда тоже надо что-то будет поставить. Вот алтарь. И вы. Так и здорово, знал, торговец. Конечно, знал. Все было напрасно. Неужто? Полагаю, что-то ценное вы нашли. Не уверен, что ценное, но... Но ваша дочка прямо у вас в руках. О чем вы? Чего? А вы приглядитесь. В смысле? Это один из ключей. Да? Нет. Чего? Вам не кажется, что в колбе ее голова? Нет, там не может она поместиться. У нее гораздо больше голова была. Нет. Сверху ключик. Роза! Что? Лучше молчите! Этого не может быть!
Промежуток должен быть, да, да. Душа вашей дочери цела. У нее уникальный дар. Что-то какая-то дичь. Нет, такого быть не может. Кто мог это сделать? Ее можно спасти. Конечно, можно, нужно. Теперь вы рехнулись! В западной части деревни стоит дом с красной трубой. Найдите персону, которая там живет. А потом мы вернемся к нашей беседе. Торговец, короче, здесь полезный очень персонаж. Выкладывайте все сразу! Вы можете не верить. Но не думаю, что у вас есть выбор. Дедуль, мозга не канифоль. Давай-ка мы пойдем в красный дом. Ваш ход. Клиент, конечно, всегда прав. И все же... Как кто-то бошку тут засунуть умудрились, я не пойму. Если это вранье, я убью вас. Мне кажется, его не убьешь. Шутник, блядь. Да. Давай, если дружище. Если только посмотреть, витрина вон там. Продадим тебе все вот эти вот сокровища. Продадим вот... Да, обменять. О, леди Димитреску. Красиво дату после смерти. Какая-то авиа. Но... Так, отмычка это мое. Все так, едем у в оружие. У меня есть новинки. Можно вкачать еще. Да, улучшить, конечно. Теперь назад улучшить ружье нужно. Да, конечно же, нужно улучшить ружье. С удовольствием. Вот это не знаю, надо улучшать или нет. Темп стрельбы быстрее. Давай прокачаем темп стрельбы побыстрее. И прокачаем боезапас. Правда, у меня патронов нет. Ну ладно. Припасы. Купим у тебя... Патронов купим побольше. Ясно. Что-то еще? Спасибо за покупку, сэр. Не пойму, я продаю ему, что ли? Ёб твою мать. Что такое-то? Не обращайте внимания. Я не пойму, как это продается, покупается. Удачи. Все. А сейчас откуда у меня патроны взялись? Бред какой-то, ладно. А... Крылатый подошел, отлично. Крылатый ключ подошел, это хорошо. Ну, пойдем туда. Дом с красной трубой. Это наша первостепенная цель. Так, погоди. А мы в этой же деревне оказались. И дом с красной трубой — это тот дом, в который мы попасть не можем. Потому что нас бабка вот здесь закрыла, да? Да, да, так оно и есть. Вот чудеса. Вот это да, вот это здорово. Ладно, давай сохранимся. Подожди, где здесь сохранялка-то была? Не, это здание, видать. Да, чуть не сюда зашел. Сохранялка-то была... Кстати, козел. Вон козел, пойдем его стуканем. Мы создали эти козьи обереги, чтобы защитить деревню людей. Гнев матери Миранды. Хорошо, договорились. Это что за место? Так, церковь, кладбище, алтарь. Алтарь. Разводной мост. Ключ с шестикрылым эмбрионом. Железный ключ с отметкой. Хочу заметить, вот он. Замок. Отмычка. Точка сохранения. Короче, нам с тобой нужно пойти вот сюда. Вот сюда. И воспользоваться ключом. И здесь, по-моему, сохранялка как раз есть. Подожди, это что? Дата операции. Запись сделал Фейн. На месте следов ИУ или РУ нет. Вошли в деревню.
Стычка с биооружием. Следы ИУ. Местонахождение РУ неизвестно. Розы, наверное. Следы Итана есть. Местонахождение Розы неизвестно. Развернули базу в церкви. Проникнуть в фабрику. Я так понял, за нами уже приехали, что ли? Искать? Или чего? Или что происходит-то? Пойдем. Вот здесь вот есть где-то место, куда нужно использовать ключ. Ой, не тот. Да воспользуйтесь. Железная отметка. Пойдем. Что здесь нужно сделать? Курочки, это хорошо. Можно патрон для снайперской винтовки? А зачем они мне сейчас нужны? В таком количестве. Заперто с другой стороны. Ладно. А здесь у нас что? Ой, козлик. Мне кажется, я сейчас познаю гнев матери Миранды просто в полном объеме. Потому что я уже наломал этих, как его называют, козлов кучу просто. Вот в этом здании я не был. Почему я там не был, непонятно. Пойдем выйдем и налево. Выйти и налево. Вон туда, за забор. Что это за здание такое? Что-то я здесь не нашел. Все, понял. Здесь все нашли мы с тобой. В церкви что-то как будто бы нет. Может, колодец? Колодец. Мы же у колодца не поднимали этот... За ворот, короче, не дергали. Здесь такая же рукоять нужна, которая для моста. Ладно, пусть будет так. А куры ты зачем? Мясо птицы. То есть я мясо птицы могу взять? Здорово, конечно, но зачем? Так, торговец. Вот в этом не был я. Короче, выходим сейчас налево и прямо. Вон туда куда-то. Тут я точно не был. Тут же, да? Да, тут. Так, а я... Не, я здесь был, но что-то не нашел. Видать, траву какую-то. О, великие оборотни, жуткие волки из древних легенд. Пусть они придут сожрать нашу плоть, придут, чтобы порвать нас в клочья. Хорошо. Договорились. Ящик. Ящик-отмычка открывается. Не знаю, зачем я ее сейчас открываю, просто трачу отмычку. Да. Потратил отмычку, но еще что-то есть. Здесь есть что-то еще. Это здорово. Угу. Так, а что здесь еще можно найти? Так ничего же больше нет. Я, может, конечно, слепой, но я же вижу, что здесь больше нечего ловить. Записку я прочитал. Дверку я открыл. Тут нечего больше... Опа! Денюшка. Вот теперь точно все. Так, и получается, вот здесь где-то я в доме Луизы не был. Ну, давай мы этим заниматься сейчас не будем, пойдем лучше прям выходим налево и налево. Вот сюда вот. Нам нужно с тобой найти что? Нам нужно с тобой найти рукоятку. Это в первую очередь. Давай сохранимся еще разочек. Угу. В
вот колба с головой ставится. Это вот все, это я понял, короче, куда это все девается. Отлично. Ой, матери Миранду нам показывают. А зачем она нам нужна? Черта. Видать, они какие-то обряды производят. Короче, мне нужно найти теперь три еще таких же ключа. Как бы я правильно должен понять был? Тихо. Че такое? Зачем мне это здесь нужно? Ну, уберись. Погоди, а теперь куда идти нужно? Теперь-то в какую сторону? То есть, вон в ту? Или вон в ту? Ты че кряхтишь-то? А? Хорош кряхтеть. Нечего мне здесь кряхтеть. Крылатый, говорю, ключ. Нет, с четырьмя крыльями. А тут тоже с четырьмя. А тут что, с двумя? А тут с двумя. Ты... А вон там с двумя тоже. Да хватит кряхтеть, ты меня напрягаешь. Пойдем вон в ту сторону. Тут тоже два крыла. И наверняка нам что-то тут... Блядь, что я туплю-то? Там тоже два крыла. Я нашел плюшевого медведя. Что он нам даст, я не знаю. Но, возможно, что-то даст. Наверное, это какое-то сокровище. А может, и вовсе нет. Не знаю, зачем я сюда забрел. Я пытаюсь найти, куда мне нужно. Потому что я... Вообще, что-то я заблудился здесь. И по-хорошему, наверное, нужно было через церковь идти в этот дом. Хотя туда вроде даже как-то прохода-то и нет. Через церковь. Хотя хрен его знает. Сейчас посмотрим. Я просто тут подряд записываю уже 5-й час, наверное. У меня все уже. Крышня. Опа. Крышняк едет. Да, видать, туда нам надо. Один есть. Второй есть. Третий есть. Так, чё? Четвёртый есть. Пятый есть. Кряхтит, там что-то делает. Орёт. Всё. Заканчивай, говорю тебе. Я на тебя и так патронов потратил уже миллион. Хорош. Ты умрешь ты или нет сегодня, нет? Заканчивай жить. Все. Час твой пришел. Такс. Где-то еще? Я ж трупов-то сколько наделал. Чё-то мне кажется, это все неправильно. Блин. Я чё-то заблудился. Я в траве заблудился. Куда иду, не пойму. Значит, смотри. Так, патроны. Опа. Что это такое? Что такое? А, трупецкий там валяется, да? Да, скорее всего, трупецкий. Ой, хряк ходит. Хрякает хорошо. Дом Луизы перед нами. Нам нужно в правое крыло его. Шкатулочка. Ожерелье Луизы — это здорово. Патрончики. Фугасные снаряды. Чего? Вы серьезно сейчас? Зачем мне фугасные снаряды здесь? И как мне войти в дом? Видать, никак, да? А попасть-то в него больше никак нельзя? Да, вроде как никак нельзя. Ищите дом с красной трубой. У меня задание, но я его найти-то найду. А дальше что мне с ним делать? Вон он, дом с красной трубой. Вон отсюда видно. Ну, немножечко утрирую, конечно, не видно, но... Он вон там. Вон там он. Я мимо него уже 150 миллионов раз ходил. И там сделать ничего нельзя. А почему? А потому что нас бабка там закрыла.
в не очень удобном положении. Она от нас, когда уходила, закрыла калитку. Вот он, дом с красной трубой. Дальше что? А, ну вот ворота есть. Заперто с другой стороны. И что? Насколько другая должна быть сторона, чтобы я туда попасть не мог? Тихо. Кто хулиганит? Ой. Ой. Кто-то здесь бродит, ходит и хочет кого-то убить, видать. Угу. А здесь все нашел? Нет, здесь тоже пусто. Точнее, не пусто, а здесь еще тоже много, наверное, чего интересного есть. Ну-ка, пойдем порыщемся в шкафчиках. Да, вон патроны для пистолета, все полезное. Замок несложный, но отмычки у меня нет, поэтому я слышал крик, доносившийся из дома с трубой. Хотел сходить и глянуть, что там, но дорога была завалена, придется топать в обход. Кто бы мог подумать, что дыры в конюшне когда-то будет... А, когда дыры будет прок. Если я не вернусь к утру, иди в дом Луизы без меня, отец. Понял, хорошо. Я уж ходил в дом Луизы без тебя. Так. Так, так, так. Прялка, смотри, какая стоит блатная. Какая хорошая. Вообще четко. Тело деревянного зверя. Не к добру это все. Кто тут что ломает, я не пойму. Кажись. В какой стороне и кто бьет стекла, я не пойму. Просто кому это нужно? Кому нужно в деревне каким-то людям бить стекла? Угу. Ага. Вон оно чё. Вот оно куда надо было идти-то. Доигрался хер на скрипке. Нечего здесь выёживаться и орать тем более. И стёкла бить, блин. Людям. Адекватным, хорошим людям. Открывай. Может, чё полезного найду. Ой, замёрз. На толчке. Такая себе сраная смерть прям. В прямом смысле слова. А для начала что я должен? Гаечный ключ здесь нужно использовать. У меня такого нет. Как быть? Здесь нужен другой предмет, говорит мне игра. Но логично. Откуда это здесь? Что, игрушка откуда здесь? Ну, люди здесь жили, типа с ребенком, наверное. Оттуда и игрушка, и коляска, и качалка эта. Что за глупый вопрос? У тебя, что ли, только дети могут быть? Ладненько, пойдем дальше. Пойдем дальше. Я постараюсь все моменты со своей тупостью вырезать. Но если я что-то забыл вырезать, то сильно не ругайся, перематывай и все. Не входить. Ну, естественно, конечно. Сейчас я только вон там вот посмотрю и не войду. А, я здесь был, наверняка, да, я здесь был уже 150 миллионов раз, просто когда-то давно. Перезарядиться и пойти дальше смотреть. Ну-ка, вся. Ой, полезные вещи. Опа, нашел фотографию. Ёб твою. Смотри в окно. Оглянись назад. Смотрю. 08. 04. Ты чё, блядь? Дебил, что ли? Ты зачем так делаешь-то? Я чуть не обосрался. Посмотри, говорит, в окно. Посмотреть я посмотрел, а что мне эти цифры-то дадут? Хе-хе-хе.
0-4, говорит. 4. Ну, там вон ЕМ написано. Это Яндекс.Маркет или что? 0-7, 0-8, 0-4. А куда мне эти цифры девать? Непонятно. Здесь, возможно, есть какая-то хренота, которую я смогу там трактор что-то с трактором сделать, или же нет. 0,7. Ну хорошо, что 0,7. Дальше-то мне что с этими цифрами делать? В это окно-то я смотрел вообще или нет? Look out the window. Я посмотрел look out the window и ни черта не понял, что это значило. Ой. А, 0,7, 0,8, 0,4, да? Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Погоди. 0,7, 0,4, 0,8 еще есть вариант. Да? Отлично. Ой, пистолет хороший какой. А этот получше будет? Автоматический пистолет-то? Наверное, да. Но, блин, этот улучшен, а этот нет. А зачем мне этот автоматический пистолет, если у меня есть такой? Не знаешь? Я тоже. Давай попробуем с него стрелять. 7 пулек в обойме. Важные вещи. Да я понимаю, что там важные вещи, но у меня столько места нет в инвентаре. Да что, возьмись ты, положись. В жопу. А... Не хочу я брать пистолет. Да, хочу закрыть. Вот домкрат мне нужен. А к пистолету я вернусь позже. Потому что пистолет мне сейчас девать некуда. Тупо некуда деть пистолет, понимаешь? Некуда. Чего? Чего? А откуда вас столько? Опять-то вурдалаков. Так, ну, давай начнем с простого. С перезарядок. И с ухода назад. Я отступаю. Ладно, шутки шутками. С чего пострельнуть-то? Ладно, перезарядимся. Давай. Наступаем. По два сразу. Убиваем. Ой, 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 так близко не подходи. Я не люблю, когда дистанцию не соблюдают социальную. Мне неприятно, когда ко мне люди так близко подходят. Тем более такие. Даже не мылся ни разу. В жизни, наверное. Вообще кошмар. Так, ладно, эту атаку мы пережили. А, рукоятку домкрат сразу используем вот здесь вот. Можно же ведь сюда ее использовать? Какой другой предмет-то, блядь? Я даже не использовал никакой предмет. Бежим. Бежим в противоположную сторону. Может быть, что-то тут лежит? Не, ничего не лежит. За нами они не побегут. Потому что почему? Потому что они меня не видят. Я хочу хоть патрончиков найти немножко. А то у меня всего-то на все вон. По пальцам можно пересчитать. Там кто-то обедает, я не буду ему мешать. Оно само не выйдет, да? Мне нужно самому туда зайти. Ну, пойдем. А, это хряк, ёпть. Охотник, блин. Собака такая.
А, в смысле, а как она там-то сдохла? Я ж убил ее прямо около себя. Нет места для снаряжения. Да есть, есть место для снаряжения. Просто нужно его немножечко эффективнее разместить. Блин, пересрал я от этой свиньи. Все понял, где я нахожусь. Ну, я сделал вид, что понял. Так-то нет, так-то я не понял. Едем дальше. Здесь додики эти сидят. Ну, один точно. Иди сюда. Так, давай стрельнем лучше. Ну-ка. Ты умер, нет? Умер. А, создание боеприпаса, говорит мне игра. Нужно боеприпасы, мол, создавать. А я возьму да создам. 12 патронов для дробовика на дороге не валяются, поэтому вот так. Чего? Кто-то там опять хрюкает, крякает. А, вот оно. Бежим, блядь, бежим. Бежим, они сейчас все за мной придут. Мне нужно стоять от них в стороне. Ну-ка, давай, нападай. Да чтоб тебя, ну. Какие живучие звери. Кошмар. Сколько здоровья надо иметь? Я умираю гораздо быстрее, чем они. Поэтому у меня есть ружье. Куда идем? Нам нужно красное. Нам нужен дом с красной трубой. И если он нужен, значит мы. Готово дело, нет? Что-то он не умирает. Что-то он ни хера не умирает. А давай ты дурить не будешь? А как мне этого дурака убивать-то? Может, мне он над фугасным снарядом захерачить, не? Не, наверное, вот надо вот так вот было делать. По черепку, а потом уже по голове стрелять. Блин, у меня патронов не осталось, ни черта. Ёб твою мать. Из него должно лута выпасть прям максимально много. По крайней мере, на патроны должно хватить. Потому что мне осталось 13 пулек, а мне этих 13 пулек даже на двоих не хватит. Шалеть, он жирный. Блин, зачем ты снайперскую винтовку на него потратил? Надо было в голову стрелять, а я как дурила. Потратил снайперскую винтовку в пупок ему. Ну, кто же знал, что его так надо их убивать? Так, давай ружье перезарядим. Ружье нужно, ружье это вещь полезная. Колесо от колодца, наконец-то. Так, а это что такое? Это наверх. Наверх лесенка. Наверх лесенка полезная штука. Давай-ка сейчас я кое-что сделаю. Так вот. Я решил не записывать сериями. Я решил записывать кучами сразу. Прям длинными роликами. Эту игру, как я уже говорил. Как я уже повторюсь. Поэтому... Сейчас без приветствий, без прощаний, без всего, просто продолжили играть. Запертый хозяин отсутствует. А, ну тут можно это. Вот так придумать. А, почему я раньше в него не стрелял, не знаешь? Я тоже. Может быть, раньше нельзя было так сделать? Что это такое? Отмычка, наверное. Вот тут кто-то шкребыхает.
ты, блядь, дурак. Ты веди себя культурно хотя бы, ну. Я так делать не буду. Мадалина. Мандалина, или что там было написано. Я говорю, ну так вот, блин, резко что-то делать тоже нельзя. Я же ведь человек нервный, я могу выстрелить. И выстреливаю в основном. И в основном смертельно. Я ж умирал-то в этой игре вообще. А, козлик. А, ладно, козлик как козлик. А, умирал-то здесь раз или два, что ли, что-то... А что здесь умирать-то? Умирать здесь особо не от чего. Ну как не от чего? Есть, конечно, от чего умирать. Дамы и господа, поскольку скрипичного мастера давно нет, я храню ключ от его дома у себя. Если он вам нужен, обращайтесь. С уважением, Иосиф Симон. Симон, садовник. Бенивиента. У садовника, короче, есть ключ от скрипача. А у меня такого нет. А садовник-то где живет? Я понял примерно, как туда попасть. Не то чтобы даже примерно, я... Сейчас я... Короче, нужно идти сейчас прямо. Пойдем. Пойдем. Все. Четко. Четко с расстановкой. Вон туда. Нет, не сюда. Вот сюда. Пролезаем под трактором. Угу. Это что такое? Зверь. Зверя больше нет. Да, зверь. А, кстати, почему я... Ну, понятно, почему. У меня отмычки нет. Отмычка есть. Пойдем туда. У меня же есть отмычка теперь. Я тут кабана завалил, да. Так, а отмычка-то куда? Куда отмычку-то надо было сувать? Ладно. Колодец. Может, что еще полезного достану. Отмычка. Отмычка — это здорово. Вот в этом доме должна была быть отмычка. Отмычка. Или же нет. Нужно выйти в дверь сзади и зайти в дверь вот тут. Я могу отсюда взять мясо? Круто. Круто сделано, удобно очень. Где здесь отмычка нужна была? Вот. А, отмычка. Патроны. Отлично. Так, все, это зачищено. Идем к следующему. Нам, короче, прямо и налево. Естественно, там, где был жирный этот мужик. Жирный в плане того, что он был очень прочный. Ой, ветки ломают. Вороны, наверное, тоже жирные садятся. Но они жирные не потому, что прочные, а потому, что они жирные. Так, здесь у нас что? Здесь у нас с тобой. Нужно зайти направо. И зайти вот в этот дом. Ой, не-не-не, погоди. Не в этот дом, мне нужно зайти. У меня был четкий план, я его нарушаю как-то. Он у меня в голове порушился весь. Да, вот он, все. Так, ну здесь быть никого не должно, здесь замок висел. Ну, здесь и нет ничего. А, все, вот. Все, я нашелся. Я нашелся, ура. Дом с красной трубой, наконец-то. Открыть с другой стороны. Хорошо. Заперто с другой стороны. Да чтоб тебя, ну. Чего все позакрывались-то с другой стороны? Что висит? Что лежит? Порох. Порох — это нужно. Курочка, полежит, побегай тут. Не кричи, пожалуйста. Тут что у нас? О, сокровище. Да возьми. Большой кристалл. Мне кажется, я этому торговцу сейчас напродаю всего, что только можно. Да лезь ты.
напродаю просто на миллион денег этих всех кристаллов и всей вот этой вот требухи ненужной, важной. Я нашел даже труп. Что-то она желтым отмечена. Что, ее сломать надо, что ли? Не-не-не-не-не-не-не. Бред какой-то. А, все. Ух, ёб твою мать. Поджопник тебе. Контрольный в голову. Опа. Хорошо, пошло. Кого ты дожирал-то здесь? Сколько ты здесь лет жрёшь уже? Лет 10 сидишь, небось. Все из этой деревни уже давным-давно убежали. Ой, ключики. Крылатый ключ лишь одна из деталей. Нужно еще три части, чтобы вновь создать целое. Ну и все. Все. У нас теперь есть... Черт. Надо идти к герцогу. Какому герцогу? А кто такой герцог? Это продаван этот или что? Герцог-то это кто? Погоди. Я не все здесь изучил. Принес в жертву матери Миранде две козы. Принес шерсть матери Миранде. Она поручила мне найти лекарства и инструменты из списка за пару дней. Интересно, зачем? Никаких новостей от матери. А животина все никак не уймется. Мне поручили отнести вещи к церкви в пещере на восходе. Там я увидел жуткое зрелище. Там стояли все четверо владык, а матерь Миранда держала в руках дитя. Она что-то прошептала и коснулась ребенка. Трудно подобрать слова, но дитя будто превратилось в белый кристалл. А потом она... Тут я не выдержал и спросил ее, зачем она это сделала. Матерь Миранда улыбнулась в ответ. Это избранное дитя. Что бы с ней ни случилось, она вновь обретет свой первозданный облик. Она дала часть кристалла в клубе каждому из владык, и они разошлись. Я забыл поклониться матери Миранде перед уходом. Меня до сих пор колотит. Что она сделала? Что это за ребенок? Понято, принято. Ладненько. А что дальше-то? Вот этот шкаф у нас с тобой не открыт, да? Да. Берем. Все. Да, теперь все. Хорошо. Пойдем. Пойдем к герцогу. Герцог это кто? Как посмотреть, кто такой герцог? Это что такое? А, это реликвия Луизы, я ее уже все. Я ее уже забрал. Так, это не туда. Нам нужно наверх. Да-да-да, вроде туда. Сохраниться бы? Неплохо было бы. Ну как, узнали что-нибудь? Ну да, немножечко узнал. У меня теперь есть ключ. А теперь рассказывайте, как все исправить. Не горячитесь. Используйте этот ключ и соберите колбы с розой. Отлично. Где искать остальные? Их всего 4. Одна у вас. Еще 3 у других владык. Владык? Ну, я так понял... Все они служат жестокой правительнице этого края. Матери Миранде. Слушай, я что-то... Одну из них вы и встречали. Леди Димитр. Ошибся, наверное, что она короткая игрушка. Наверное, она очень большая. Вторая живет в долине туманов. Кукольница Донна Беневьенто. Не станьте новой игрушкой в ее сыром особняке. Хорошо, договорились. А третья — Моро. Гора уродливой плоти, живущая в водоеме за мель. Говорят, он не единственная тварь, что живет в тех водах. Моро, это доктор такой был в книжке. Ну и опаснейший из всех Гейзенберг. Он да, на своей он... фабрике, на краю. Ерунда, это Гейзенберг этот. Что делает? Скажу так, у некоторых очень больное воображение. Понял, принял. Хорошо. Ой, господи, как это много всего. Кошмар просто. Ну и ладно. Давайте. Если вы намерены спасти дочь, заполучите все колбы. Я понял, мне нужно убить всех. Потрудитесь взглянуть. Я отметил все места на карте. Спасибо тебе большое. Здесь, в деревне, есть сокровища. Думаю, каждая из них вам пригодится. Почему вы мне помогаете? Что вы, мы всегда заботимся о наших клиентах.
Что ж, приходите еще. Ладненько. Ладненько, давай сохранимся. Да. Здрасте. Открыть магазин. Здрасте, здрасте. У меня есть вы. Ищите качественные ингредиенты и приносите. Мясо можно приготовить. Круто. Круто, круто. Сокровища. А можно продать все? Как всегда, честный, справедливый обмен. Ой, как много всего у меня, а. Не нравится? По мне, так, так честная цена. Нажал зря. Скажите, рано. Если найдете еще что-то ценное. Давай, 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 давай. Патроны мне нужны. Само собой. Припасы. Интересный выбор. Ладно. И купим у тебя еще, давай. А все, что ли? Больше нет ничего? Ладно. С этими патронами мы разобрались. Боезапас, перезарядка. Чего? Вообще, по-хорошему. Одну минуточку. Вот это, наверное, надо прокачать нам с тобой. И боезапас тоже. Одну минуточку. Деньги вроде позволяют нам это сейчас сделать. Поэтому счастливо. Почему бы и нет. Давай, счастливо. Так, в какой стороне находится эта кукольница? Это что такое? Водяное колесо оружия. Коллекция маэстро. Вон там есть водяное колесо оружия. Чего? Четырехкрылое существо. И что? Ладно, давай попробуем вот сюда. Да, сюда подходит. Ну, естественно, в следующей серии мы с тобой узнаем, что ж там будет, что ж там есть. А на этом давай прощаться. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся в следующей серии, в других видео. И пока.